Очередная встреча с пайщиками 8-го микрорайона прошла в администрации муниципалитета. Представители инициативной группы обратились со своими проблемами к Андрею Иванову. Обсуждение коснулось вопросов, связанных с достройкой социальных и инфраструктурных объектов, а также благоустройства территории возле домов по адресам Глазынинская, 26, Верхнепролетарская, 7 и Сосновая, 10. Очень большие у нас проблемы с индивидуальными тепловыми пунктами. Они недоукомплектованы, не запущены. Нет разрешительной документации для эксплуатации. Нет благоустройства законченного, которое тоже нужно закончить, потому что как бы стройка закончена, нет ни асфальта, ни детских площадок, ни стоянок. Отсутствие парковки – проблема серьезная, отмечают в инициативной группе. Из-за машиномест уже даже начались конфликты с жителями соседних домов. Подобные рабочие встречи ситуацию могут изменить, верят люди из 8-го микрорайона. Глава муниципалитета жителей поддержал. Вопрос с парковкой будет решен. Давайте на место выйдем, посмотрим, походим там вокруг ваших корпусов, посмотрим вот эту парковку, которую мы точно сделаем, либо плоскостную, либо какую-то иную, если на это найдут деньги. Но плоскостная точно будет. Мы без нее вас не отпустим. Кроме создания парковки, темами для обсуждения рабочей встречи стали покраска фасадов 2, 4 и 27 корпусов качественной краской, а также вопрос с линией ЛЭП и устранение скачков напряжения на объектах. Роман Попов, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».